Всем привет, меня зовут Кристина, я рада приветствовать вас на своем канале. Это видео будет про мою домашнюю аптечку с сайта iHerb. Расскажу, чем пользуюсь я и моя семья, самое лучшее и необходимое в этом видео. Ну что ж, начнем. И первое средство, про которое я хотела бы рассказать, это жидкий хлорофилл. Кровь зеленых растений помогает ощелачивать организм, выводит шлаки и токсины, помогает от головной боли, а также является природным дезодорантом. Если вы выпиваете один стаканчик воды 250 мл и чайная ложечка хлорофилла, то можете забыть о неприятном запахе от тела и перестать пользоваться дезодорантами. Если у вас болит горло, можно развести слабый растворчик и прополоскать. Помогает. И заменяет, кстати, суточную норму зелени, потому что не все, мне кажется, съедают столько зелени в день, сколько необходимо, а кто-то ее и вовсе не любит. Так что рекомендую заказать, в любом случае пригодится, и мне помогает от сезонной аллергии. Следующее средство по ударкам. Это лучше всяких кагоцилов и циклоферонов, потому что это природный антибиотик, иммуномодулятор. Это средство просто номер один в нашей домашней аптечке. Когда чувствуем, что заболеваем, мы всегда выпиваем ударную дозу, это 4 капсулы, и буквально на следующий день симптомы простуды проходят. Так что используйте это средство и будьте здоровы! Следующее средство необходимо в домашней аптечке всем девушкам. Это примула вечерняя. Содержит жирные кислоты омега-3, 6 и 9. Увлажняет кожу, волосы, стабилизирует гормональный фон, убирает симптомы ПМС, а также болезненные месячные. Если у вас есть все эти симптомы, то, пожалуйста, заказывайте и пользуйтесь. Реально работающее средство. Далее. Кверцетин и бромелайн. Кверцетин – это биофлавоноид, а бромелайн – растительный фермент. Они улучшают пищеварение. Кверцетин оказывает противовоспалительное действие, помогает при аллергии сезонной и пищевой. Я всегда, когда начинается аллергия летом, я как аллергик всегда использую, выпиваю 2 капсулы с утра натощак. И через некоторое время симптомы аллергии проходят. Я не чихаю, у меня ничего не чешется. Я думаю, что аллергикам это все знакомо. Вот это вот средство помогает. Рекомендую. Сахарамицетти Буларди. Это пробиотики. Содержат всего один штамм дрожжей, но каких действенных. Плюс этих пробиотиков в том, что они не поселяются в кишечнике, а проходят транзитом через весь ЖКТ, оказывают лечебное воздействие и покидают его. Снижает пищевые аллергии, помогает при отравлениях. Незаменимо просто в аптечке каждого путешественника, особенно тех людей, которые любят путешествовать в различные страны. Следующее средство – лизин. Это прямой аналог ацикловира, борется с вирусными воспалениями на коже и губах. В первую очередь, конечно, с герпесом. Когда вижу, что у меня появляются какие-то высыпания, я сразу же принимаю 1-2 капсулы. В течение нескольких дней буквально у меня это все проходит. Ну и последнее, о чем я хотела бы рассказать, это глицин. Все то же действие, что и аптечного препарата, успокаивает, помогает бороться со стрессом, не вызывает сонливость, улучшает работу мозга и память. А если при длительном курсе, то улучшает также сон, нормализует и общее состояние. Если вам было полезно это видео, подписывайтесь, ставьте лайк и спасибо за внимание. До скорых встреч!